Всем доброго дня. Сегодня у нас на тесте еще один Powerbank, заявленный емкостью 90 тысяч мАч, солнечной панелью и с фонарем. Я уже его как бы наполовину открыл. В нем такая же конструкция, как в предыдущем. Две банки напаяны, три банки просто там лежат. Сейчас он полностью севший. Подключу его на тестер, замеряем, сколько в нем реальная емкость, сколько он возьмет заряда. Подключил тестеру, ток он потребляет 0,9 ампера, 5,2 вольта. Посмотрим, надо до конца зарядиться, сколько он возьмет зарядки. Зарядка пошла, будем наблюдать. Я бы за 3 часа, насколько он зарядится. Насколько оно отличается от заявленной емкости. Powerbank стоял на зарядке 5 часов. Брал всего 1966 миллиампер. Все, ток больше не идет, он больше не заряжается. То есть при заявленных 90 тысячах, там всего 1966. В этом банке поменяем на другие, на оригинальные. А эти вскрою, посмотрю, покажу еще, что там в этих тоже внутри. Ну, скорее всего, тоже песок, как и в тех, что вскрывали ранее.